Процесс сортировки и пересчета рыбы – основа основ всего товарного фарелевства и фарелевства в целом. Специально готовые люди занимаются самой ответственной работой. Работаем в паре по 100 штук каждый. И так до тех пор, пока не кидаем полностью. Это главный рыбовод. Специальные очки у него. Все просто, все ненавязчиво и очень легко. Handmade. Вот. Казалось бы, чего уж там проще. Поджато следующим образом. Понемногу поджимаем.